Привет, любители кайта, вейка, виндсерфа, винга, сапа и любой активности на воде. Смотрите, какая крутая вещь. Это Red Original. Таких вещей, не буду сейчас козырять названиями, их есть несколько, начиная от самых легких, которые быстро сохнут, и заканчивая зимними, очень теплыми. Для чего эти штуки? Когда вы одеваете гидрик, вы покатались, вы выходите на сушу, если вас обдует ветром, вам останется два варианта. Первое, либо снять с себя гидрокостюм, второй раз вы навряд ли уже захотите в него влазить и выходить на воду. Либо вам нужно на себя что-то одеть, для того, чтобы вам не обдувало, чтобы вы могли сохранять температуру тела в гидрике, и вы сможете продолжить ваше катание. А ведь кататься так хочется. Так не хочется заканчивать каталку только потому, что ветер, вы чуть-чуть подзамерзли, вам уже некомфортно, и приходится забиться где-то в машину или просто переодеться и сидеть, смотреть, как катают другие люди. Используйте эти прекрасные, хорошо продуманные вещи. Действительно сделано широким, удобным, потому что не ограничивает ваше движение ни в какую сторону. Широкие рукава. Есть даже возможность переодеваться внутри под этой вещью, если нужно, например, там, сменить какую-то одежду. Удобные большие карманы. Тоже классно, не надо что-то искать, все кинули, вот карманы большие. Это вот конкретно вещь сделана из микрофибры. Она очень легко сохнет, хорошо вбирает в себя влагу и быстро отдает эту влагу наружу. Удобный капюшон, если необходимо, для того, чтобы тоже закрыться от ветра. Сажечки на капюшоне, классный, красивый, модный логотип. И все это настолько приятное на ощупь, настолько качественно сделанные швы, настолько грамотно продуманная каждая деталь, что просто вы одели на себя эту вещь, и вы себя просто хорошо, уверенно, красиво, прекрасно чувствуете и можете наслаждаться действительно каталкой, не думая о каких-то дискомфортах. Кстати, в комплекте идет такая вот, такой небольшой удобный мешочек. И вот эта вот вещь очень компактно складывается в такой небольшой мешочек. Конечно же, если она сухая. И что касается осеннего или там еще дальше, более теплого, еще зимнего варианта, то здесь и теплый капюшон. Тут мы, кстати, уже и пользовались, и очень остались довольны, потому что пользовались в холодное время года. Теплая, действительно, из искусственного меха подкладка, хорошие, качественные замки, все очень удобное, все очень качественное, красиво выглядит. И самое главное, что это очень-очень-очень практичная вещь. Такие вещи продлевает вашу каталку, увеличивает количество удовольствия, которое вы получаете на споте. Более того, это красиво выглядит. Это выглядит статусно, дорого. Это Red Pedal, это Red Original. Это лучший топовый бренд по производству сапов. И мне кажется, что с этого года это самый лучший топовый бренд по производству вещей, которые используются кайтерами, в сапах и все, что касается отдыха на воде и водными видами спорта. Катайтесь с удовольствием.